Всем привет, с вами Степаненко Станислав, и сегодня у нас обзор шлема Matt Lupo. По правде говоря, я, конечно же, хотел взять этот шлем, поехать на нем кататься и где-то там биться, ударяться и показать вам, на что он способен. Но есть маленький нюанс. На самом деле все шлемы, какие бы они ни были крутые, дорогие, дешевые, они рассчитаны примерно на один удар. В этом их и смысл. Когда ты ударяешься обо что-нибудь головой, шлем спасает тебя и раскалывается. Поэтому крутые тесты и всякие там вирусные видео мы снимать не будем, а сделаем просто обзор, и я вкратце покажу, что он из себя представляет и почему он дороже, чем остальные шлемы. Matt — это один из лидеров по производству шлемов. И на самом деле всех интересует вопрос, если они все рассчитаны на один удар, то какой смысл переплачивать и покупать себе дорогой шлем? Не проще ли взять что-то подешевле? Ответ прост. На самом деле здесь куча мелочей, начиная от дизайна. То есть вы можете взять себе что-то попроще, но вы не будете выглядеть круто, так как вы могли бы выглядеть в этом шлеме. Раскраска, она всегда приятно радует. То есть здесь нет никаких нигде изъянов. И сделано все очень прикольно. То есть по каждой мелочи видно, что здесь постарались дизайнеры, и это не просто скоролупка, а тут все проделано, все вот эти моментики, каждое вентиляционное отверстие, оно действительно очень красиво смотрится. Также вентиляционных отверстий действительно много, то есть голова у вас не будет потеть, и плюс вес действительно очень даже неплохой. Точный вес этого шлема 270 грамм. Еще на что стоит обращать внимание в шлемах, это вот эти застежки. Они тоже разные, бывают из более качественных материалов, бывают попроще. Здесь же, конечно, все проделано, резиновые вставочки фирменные. И важная еще деталь, вот эта вот подводка, которая поджимает вашу голову внутри. То есть бывают они вообще неудобные, бывают отваливаются. Здесь очень интересная система, потому что она сделана не просто прямо, а как бы идет с поднизу, что ваш, когда вы подтягиваете ее, создает впечатление, как будто вы одели шапку. То есть это не просто кто-то что-то вам закрепил на голову, это действительно очень удобно и оно дает очень интересный эффект. Внутри здесь промокашки оранжевого цвета. Хочу заметить, неплохое сочетание оранжевого с темно-зеленым. И вот такая вот гелевая вставочка для того, чтобы вам лоб не натирало. Она идет с отводом, если вы будете потеть, тоже как бы все это предусмотрено. Козырек здесь снимается. Вы можете открутить вот эти штучки и снять его. Все легко, просто и нет никаких одноразовых вкл-выкл. То есть все сделано с умом. Если вам понравился обзор, покупайте себе качественные вещи, носите их с удовольствием и выглядите круто, даже в то время, когда вы просто катаетесь на велосипеде. С вами был Степаненко Станислав. До свидания и до скорых встреч.